Краевые полицейские предупреждают жителей региона о нелегальных междугородних перевозчиках, которые продолжают работать, несмотря на неоднократные предупреждения и судебные тяжбы. По словам стражи порядка, одна из таких фирм базируется в краевом центре на остановке «Агропром» и регулярно перевозит пассажиров в Шарыпово и обратно. Опасны такие маршруты тем, что предприниматели совершают такие рейсы под видом заказных, а не регулярных. При этом автобусы не проходят предрейсовый осмотр, а водители – медицинский осмотр. Более того, у нелегалов нет лицензии на постоянные перевозки, а лишь договор фрахтования. Поэтому в случае ДТП пассажиры не получат никакого возмещения вреда здоровью или имуществу. В 2016 году госавтоинспекторы совместно со специалистами Управления государственного автодорожного надзора провели несколько рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков, по итогам которых привлекли к административной ответственности одного индивидуального предпринимателя, одно должностное лицо и четырех водителей за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.